Здравствуйте, наша недельная глава Вейтхане. На прошлой неделе главой мы закончили на том, что Моше ударил по скале, что разозлил уже Всевышнего. И поэтому Всевышний запретил Моше выходить в землю Израиля. И наша недельная глава начинается с того, что Моше молил Бога впустить его все-таки в землю Израиля. Есть такой комментарий, который говорит, что умолял на гематрии это 416, что означает, что 416 раз молился до тех пор, пока Ашем сказал ему: «Все, хватит, я больше не смогу, и мне придется согласиться». Но Бог не хотел соглашаться, поэтому Моше прекратил. Что, с одной стороны, показывает нам на то, что Моше был целеустремленный, он очень хотел увидеть землю Израиля, хотел увидеть обещанную землю. И с другой стороны, показывает на то, что Всевышний не обязан выполнять наши просьбы. И это может быть даже 416 раз. Но тем не менее, он каждый это 416 раз услышал. После этого, после того, как Всевышний поставил точку над тем, что Моше не войдет в землю Израиля, а будет наблюдать над тем, как народ Израиля входит в землю Израиля, Всевышний попросил Моше обговорить все прошедшее в пустыне, все прошедшее за 40 лет после выхода из Египта. И, в принципе, на этом заканчивается наша глава. Спасибо и шаббат шалом.